этим все привычно и понятно. Ну, кристаллы целые. Вообще красивые даже такого вишневого цвета. Даже еще можно сделать маленький образец. Ох, это лучше уже проклеивать. Ну да, посмотрим. Я от хороших получился. Как интересно, у вас можно аммонио минеральные фракции разбирать. Это вот минерал, который мы не знаем. Да, вот это интересный результат. То есть вы занимаетесь правильным делом. Вон маленькая красивая шпинелька. Прям замечательный кристаллик. И здесь почему-то нет. Может они... Наверное, в пакете внизу. Меньше миллиметра.